о чем я говорил. Процета Давид. Привет. Вы уже знакомы. А, кстати, что у вас тут строится такое, а? Это спорткомплекс. Ух ты, тут крыльцо. Помимо спорткомплекса, куча-куча строек. Короче, к 23-му году. К 23-му здесь что-то да, будет, да? 300-летию Кемерово. А-а-а. Понятно. В общем, мы в Кемерово едем туда. В центр. Короче, Давид. Даже как это сказать, говорит, сегодня, говорит, целый день, говорит, не кушай. А я сам не ел, тут тоже. О, хашлама готов, все, мы сейчас приедем. Мужики тоже ждут нас. Едем кушать хашлама. Мы по-быстрому, долго нельзя здесь рассиживаться, работать надо, но вот сейчас поедем попробовать. Пообедаем, да. Оно, ну, простое, но очень вкусное, насколько я слышал. Это очень вкусное. Это же вроде традиционное, да, армянское ваше блюдо? Да. Поедем, посмотрим, что такое хашлама в Кемерово. А это мы, получается, в самый центр, да? Нет, здесь на груз... Это раньше была объездная дорога. А, вот это вот, да? Это, да. Mm-hmm. Сейчас уже со временем тут достроилось и... Да, уже ближе к центру смахивает. Ну, класс. Вот заодно у нас экскурсия по Кемерово получится. А это ТЭЦ там он ваш, да, вот это вот дымится? Да. Ага. Ну, через Кузнецкий мост, когда вы проезжаете, мимо него. Мимо ТЭЦ как раз, да? Я все время их путаю. Кузнецкий мост, а этот... Кузбасский. Господи, я все время их путаю. Постоянно. А мы сейчас как раз через центр кушать. Да? Советов поедем. Ага. Ну тут-то да, тут мне добывать не доводилось. Прямо через резиденцию, да? Нет? Рядышком. Это здание, но тоже недавно построили. Суд. Ух ты, ничего себе. У нас строят налоговые и суд, да? Это наказать и посадить. Там налоги, если не платил, сюда рядышком засудится. Тоже застраивается. Логично, логично. Можно и судиться, можно и не судиться, да. И зарабатывать. Кто хочет, было бы желание. Возможности есть, каждый желание. Каждый сам, по-моему, выбирает себе свой путь. Естественно. За пару дней. Вырыли, да? Ну. Ну, правильно, к 23-му статуту-то осталось-то уже 2 года всего. Тут, наверное, серьезный комплекс будет. А не где-то какой-то этой проекты, ну, какие картинок, чего-то. Ну, в Ютубе есть. А, в Ютубе есть, да? Можно погуглить, да. Трехсотлетие. Это трехсотлетие Кузбасса или Кемерово? Да, именно да. Кузбасса. Кемерово, по-моему, ой. Ну вот 300 лет Кузбасса написано. Кузбасса. Значит, Кузбасса. Понятно. Город шахтеров. А вот это вот, вот здесь он, да? У нас сюда не видно. Я что хотел спросить, а это вот, ну, трагедия же, это вот Зимняя Вишня, это далеко отсюда где-то? Это а вот? Он рядом со мной. Здание это, да? Ну, нету здания уже. А, здания нету? Снесли, все, да? Там уже парк, парк ангелов называется. Ну, понятно, да, в честь памяти. О, а это же да, самый центр это получается. Самый центр. Точно. Кто, правильно, кто у нас в центре?
Светлый путь дорогу указывает. Да вам туда. Ух ты, ледяные горки. Ну правильно, у вас позволительно, у нас-то нет, у нас не строят такого. В этом году поскромнее. Да? Так-то зима давала в этом году. Снега. А елку недавно вот убрали почему-то. До 8 марта елка стояла. Так а сейчас, прости, сейчас елки наряжают. У нас, допустим, уже в конце ноября елка стоит. Ну, тоже. Как знаю, так-то? Знаю. Так а смысл тогда ее вообще убирать? В наше время мы вот за 5-7 да, дней, да, чтобы какой-то стимул был. Ну, да, все вот верно. И на старый Новый год ее снимали. Да. Убирали. Да. После старого Нового года. Все, все, до свидания. А сейчас 30 ноября я тоже в Минске еду. Смотрю, у меня уже елка стоит наряжена. Ну, да, как у меня там? Дочка. 1 декабря уже, когда елка. Да. Не то это, естественно. Это же, конечно, неправильно. Должно быть ожидание праздника, а потом раз эта елка появилась, и вот он сразу праздник. А то она уже за месяц, она уже и пресса. Можно... Раньше все было как-то по-другому. Сейчас... По-человечески. Да. Сейчас и еда не то, да. Сейчас все не то. Согласен с тобой полностью. И мир сошел с ума. Раньше исходит. Жигули были, что, радовал всех. Да? А сейчас что, чем кого, что у вас? Показывается. Не говори ты. Тоже какой-то театр, да? Это драмтеатр. Драмтеатр. Они, наверное, драмтеатры, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу все выглядят здесь одинаково. Просто. Нет. Да. Не его не столько много, сколько. Но. У нас вот снег интересно. У нас тепло простояло 3 дня. В Минске же тоже снега было много. Тепло 3 дня простояло и все, просто исчез. Даже не текло, ни ручьев не было, ничего. Он просто в землю куда-то. Столько лет ни зимы не было, ничего. Земля сухая. Как это не надо, а я еду тут. Не, зачем? Надо же все, чтобы по фэншую было. А это Киров. Киров? Да. Памятник Киров. Ну, а здание, что за ним, вот это вот, что за оно? Ну это, наверное, и площадь Кирова. Или улица Кирова, да, или площадь. Площадь Кирова. Площадь Кирова. Все понятно. Как интересно, а? Центр Киева, Кемерово попали. А город Ванадзор в Армении, ты проезжаешь? Да, был там. Он раньше был Кировакан. Кировакан. Честь Кирова. А-а-а. Да. Точно. Да. А он же, ну он меньше пострадал, да, когда вот это землетрясение было? Да, меньше. Ну, можно сказать, третье место. Да, Спитак тогда Ленинакан, да. Все равно. А так ты вот, но сам-то откуда? С Кировакана. С Кировакана, да. А, именно с Ванадзора. Да. Ага. Был. Проездом был. Нет, так я скажу, вот как вот первое впечатление. Город чистый. Пыльный город. Насчет пыльный, от этого да. Никуда не денешься. Шахты пыль, вокруг, шахты все вокруг, это. Да. От пыль, этого, ужасно. От этого пыль, никуда не денешься. Шахты дают о себе знать. Это ж вот, наверное, вот это вот, которая как это, Кедровка, это вот и есть, да? Штамп. И на ту сторону, и на ту сторону. Со всех сторон шахты, да? Да. Центр такие.
А вот здесь была вот эта вот печально, трагично известная зимняя вишня. Это тут сейчас, ну, мемориал какой-то там, да? Ну, парк ангелов называется. Парк ангелов. Время нет. Качели, фонтаны. Может, когда-нибудь летом получится, когда будет возможность туда попасть. Прикольно сделано. То есть не так, как, то есть ты заходишь на территорию, чувствуешь сразу, что не развлекательный какой-то, но что-то. Ну, понятно. То есть так. Почему именно причина возникновения, понятно. Ясно. Я дышать не могу. Вернее, дышу, но тяжело. Да нет. Накормил. Я потом, когда поеду, я отдельно пожалуюсь. Что не слышал. Не, все классно, все супер просто. Ну, Давид, поехали. Потерян сигнал GPS. Ой, братцы. Сказать, что впечатлен, это значит ничего не сказать. Армянское гостеприимство. Не только армянская, но в Армении. Я просто когда сколько раз был, если уже приглашают в гости, то это что-то. Накормили хашлама, вообще вкуснотища. Полный стол ломился от явств. Время 7 часов. Можно считать, я 3 часа. 3 часа вот все вот это заняло. Вот заправиться, съездить в гости. Через 50 метров поверните налево. Конечно, можно сидеть, разговаривать, общаться и до утра. Но, к сожалению, надо ехать. Чего ты не едешь? Боишься? Не бойся. Погнали, погнали. Теперь будем нагонять 3 часа, которые мы здесь. Куда ты на троллейбусе едешь? А, не понял. Думал, что он во второй ряд там чуть ли не прижимает меня. А он это, первый ряд только прямо. Вот. Которые мы здесь потратили, с удовольствием провели время. Сейчас будем нагонять. Ну как тут нагонять? Сильно не нагонишь. Сегодня до Новосибирска доедем. И в общем-то все. А пока что у нас? Кузбасский мост, Кемерово. Спасибо. Гостеприимнейший город Кемерово. Здоровья, всех благ вам тут всем. Кемеровчанам. Здесь будет что-то очень грандиозное на этом месте. Большая стройка. Погнали! Нам еще сегодня надо поработать. До Новосибирска сегодня однозначно надо поработать. Может, до Машкова посмотрим. Будет видно.
какой закат у нас красивейший. Это посмотрите на это чудо природы. А фонарец, какая красота. Закат над Кузбассом, назовем картину. Надо сфоткать. Картина называется будет «Закат над Кузбассом». Не забыл, хочу рассказать, ну, про Димку, своего товарища, который вот эту водичку вез. Короче, по итогу, ну, наверное, где-то, говорит, около тонны вытекло. Фигня. Сливали. Ну, проблемы что-то вот с этим, именно резервуаром, в котором они перевозили. Короче, полкуба слить не могут. Мучились, говорит, мучились. Дырку там. Все на 70 товаров повытекло. Ай, цирк. Короче, вот так вот. Из-под крана дольют, ничего страшного. Но будет не 100% вода с глубины 500 метров озера Байкала там, а 50 на 50. Вода с под крана и вода с озера. Вот такое вот кино. Все. Так. Еще раз Кемерово большое спасибо, Давид. Отдельное спасибо за теплый прием, за экскурсию по городу. Что пока ехали на машине, то засняли. Время, время. Ни на что нет времени. Было бы время, можно было бы тут. Все можно было, но его нет. Работать надо, некогда. Работы никто не отменял, ехать нужно. Деньги зарабатывать надо. Поэтому погнали. Вперед в закат. К этой песне. И ушел в закат. Сейчас, правда, у нас темнеет уже. Но ничего. Поедем по темноте. А что делать? Кому сейчас легко? Новосибирская губерния пошла потихоньку. Болотная. Даже говорят, здесь машинка работает. Сейчас посмотрим. Вы превышаете допустимую скорость. Превышаем. Да сильно-то и не превышаем, в общем-то. Точно работает вон на перекрестке. Только что.
спасибо, добрались. Не знаю. Сейчас широкая уже пойдет. Вот буквально чуть-чуть осталось. 300 метров. Короче, в Новосиб обойдем. И за Новосибом уже будем швартоваться. Сейчас без 15:11. Ну, как раз вот Новосиб обойти часик. И 12 часов. В общем-то, можно и приземляться.